Давай, давай, выгружайся, выгружайся. Пойдем. Ой, нет, не пойдем. Я пошутил. Тут есть один каналчик. Я не буду ничего про него говорить, сами все смотрите. А он стреляет вообще. Ёпта. Чувак, я не хотел. Жми. Нажимай на эту кнопку, долбаную. Если что, ссылочка на него в описании. Добро пожаловать на новое испытание для наших керпонавтов, друзья. И сегодня мы будем... ну, в общем, вы сами видите эту прекрасную конструкцию, она говорит сама за себя. Тут у нас кербонавты, значит, тут у нас супермощные двигатели. И, собственно, это место для того, чтобы разорвать в клочья наших кербонавтов. Да. Ну, или как в прошлый раз уничтожить солнце при помощи кербонавтов. Да, как я тогда запустил кербонавта и уничтожил солнце. Просто герой, да. Ну, в общем, мы с вами начинаем... Запускаем нашу адскую я не знаю, не колесницу, я не знаю, как ее назвать. Ну, в любом случае, короче, это адское место, и мы ни хренашеньки не видим пока что. Вау, это что там полетело? Я не понял, у нас же читы включены, что это? Серьезно, серьезно, вот с помощью этого мы должны уничтожать кербонавтов? Безобразие! Давай, слазь, слазь оттуда, слазь оттуда. Да, еще! Давай разорвись в клочья! Вах-вах-вах-вах! Какой сучий кербонавт просто в космос летать может без крыльев, без... Без ракеты сучий просто там взял... Ох, твою мать! Это чё за дерьмо? Это мой кербонавт? Он стал таким большим, как вся вселенная! Не, серьезно? Давайте я попробую удалить камеру. И мы посмотрим, до каких масштабов стал наш кербонавт. О, боже мой, что за глюки? Что за глюки? Твою мать, мы разрушаем вселенную, кажется! Давайте промотаем время, посмотрим, чем это все закончится. Охренеть. Вот наш кербонавт вроде бы как находится прямо здесь. Но его кишки находятся где-то там. Прям резиновый кербонавт получился. Разрушай, уничтожай, отсылай всех в полет. Голова, 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 голова кербонавта, всему голова. Нет, блин, не получилось. У нас есть еще шансы и все исправить, исправить нашу ситуацию. Влазь, влазь, кербонавтище. Он так смешно ножкой дрыгал. Давай, давай, улыбайтесь. Только улыбайся, улыбайся, голову сверни. Так. Да-да-да, друзья, клюк не останавливается на достигнутом. Он делает более масштабные и шикарные проекты, чем вы можете себе вообразить. Так что, начнем. Ладно, так и планировалось, не переживайте. Все идет сейчас прямо по плану. Вот да, так, так все и собирался я делать. Я рассчитывал на то, что все к хренам взорвется. Все, вот теперь мы можем начинать. Теперь мы можем выпускать наших кербонавтов. Все в порядке. Десант глюка. И мягкая посадка. Прям на жопу. Разминаем ягодицы перед стартом, друзья. Да. И все, и ты успокоилась? Ты что, совсем упоролась? Охренеть. Как бы вам сказать, что-то пошло не по плану, и в общем, вот. Вы сами видите, что сейчас происходит. Это платформа для запуска кербонавтов, а не для запуска платформы. Ладно, не важно, мы будем запускать кербонавтов прямо из такого положения, почему бы нет? Давай, давай, выгружайся, выгружайся. Как я обожаю, когда они так делают. Это чё? Кажется, где-то там кербонавт. Неважно. Главное, главное, чтобы они растягивались, как... Как человек резиновый. Давай, давай, давай. Нет, только не разрушайся. Да!
Тихо. Да, это герой. Герой космической программы. Он умудряется летать без ракет. Да. По идее, он должен быть прямо перед экраном. Но его нету. Давайте посмотрим, какую у него скорость. Да, разгоняйся. Разгоняйся, чтобы покинуть пределы атмосферы. Все, успокоился. Он продолжает лететь. Понимаете, он не может успокоиться. Это же кирпонавт. Ему надо постоянное движение вперед. Ня-ня-ня-ня-ня-ня-ня, скоро Новый год! А из кирпонавтов мы сделаем игрушки на елку. Да, или не сделаем. Ну, не важно, сейчас мы посмотрим, насколько хорошие из них игрушки будут. Вау-в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 ау. Как говорится, I believe I can fly. Это девиз моих кирбонавтов. Ну что, на ровной земле ты взял и вот так вот раз... Понятно все. Ты наркоман. Как я обожаю свои классные строения. Давайте. Результаты полетов. Чего? Какие в жопу результаты полетов? Успешные полеты. Совершенно успешные полеты. Это что такое? Что происходит? Что не так? Где мы оказались? Где планета? Мы только что были на планете. Где мы сейчас? Один карбонавт остался. Он в шоке. Куда его отправить? И где вообще все? NANM в секунду. Орбита чего? Я... Так, давайте посмотрим, где я оказался. Так, друзья, наш космический корабль, который только что оказался в космосе, оказывается сейчас приземлен на, мать его, Солнце. Опять! Я опять посадил корабль на Солнце. Красота-то какая! Я не понимаю, где я нахожусь и что вообще происходит. Ребят, и вы посмотрите вот сюда, вот в левую часть. Я даже не отцепил эти хреновины, которые удерживали меня на Кербине. На планете, блин! Я их не отцеплял, я вместе с ними прилетел на Солнце. Здравствуй, Солнце. Я кирбонавт, блин. Твою мать, а. Надеюсь, на этот раз хоть мы Солнце не уничтожили. Нет! Солнце! Где ты? Каждый мой день начинается с того, что я просыпаюсь, первым делом уничтожаю всю вселенную, Солнце, Кербин и так далее, а потом уже принимаюсь за все остальное, друзья. Мы сейчас построим какую-нибудь ракету, потому что в прошлый раз я сразу прекратил запись, как это случилось, и все сбросилось. И сейчас я хочу попробовать запустить какую-нибудь ракету и посмотреть, что будет. Нам бы только какую-нибудь нормальную ракетку, которая действительно может летать, а не которая будет взрываться на старте. Но я не силен в этом. У меня все есть. Молоты, всякие лунные катапульты, качельки. Но нет, нормальные обычные ракеты. Итак, продолжаем взлет и будем смотреть, что тут сейчас будет. Тихо, опять все закончилось не так, как я хотел. Итак, друзьяшки, мы на орбите Земли, которую... Которая отгрызена! Вау-вау-вау-вау-вау-вау! Это что за хреновина такая черная? Ребят, реально все жутко крипово, посмотрите на ракету. Я, походу, реально запустил какой-то необратимый процесс, который сейчас разъедает всю вселенную, планету, объекты, ракеты и вообще все сущее. Вообще ничего нет, хотя здесь должно... Смотрите, вот это Луна должна быть. Ива, Дюна, у меня корабли там везде есть. На Солнце даже корабль есть. Давайте вот на Луне посмотрим, что будет, если кораблик будет на Луне. А это наш кораблик. Добро пожаловать на Луну, мать его. Почта глюка. Мы разрушаем весь мир. Вы посмотрите, мы космос видим сквозь наш корабль. Вот такая, друзья, приколюха.
Смотрите, кирбонавты рады, и все, все сущее уничтожается. Они такие: да, как классно, охренеть просто. Я не могу с них. В общем, спасибо, друзья, за просмотр. Я сам в шоке от всего происходящего. Если вам понравилось, то поставьте лайк и подпишитесь на канал. Вот, и бобра вам. Большого, упитанного и хвостатого. И пушистого. Летит драконья утка. Твою мать, она меня жарит! Жарит! Летит драконья утка.